Добрый вечер. У нас сегодня праздник, первый день зимы. Это правда, он здесь первый день. У нас в Новосибирске, судя по тому количеству снега, который уже отвалили в сторону, он, если не последний, то как минимум на середине. Вот так. Я очень рад вас всех видеть. Вот, очень рад, здесь много старых друзей, и очень рад тому, что здесь много новых лиц. Вот, я надеюсь, что людям понравится, что вам понравится, говорю о вас в третьем лице. Вот, и постараюсь сделать все, чтобы вам захотелось еще раз прийти. Опять же, я говорю, что на этих концертах главное не то, что я пою, а то, что вы общаетесь. Встречаются здесь люди, которые вместе работали, которые иногда по много лет не виделись, и которым есть что вспомнить. И у нас такая вот, я надеюсь, обстановка кухонно-непринужденная. Это я себе, как сказать, делаю такое алиби, что ли, что я всегда ошибаюсь, сбиваюсь. Иногда приходится даже песни по новой начинать или просто бросать. Вот как будто мы сидим где-нибудь на кухне, и там все можно. А со сцены тяжело. Ну, поехали. Не-не-не-не. Ошибся. Это будет другая. Вот уже началась непринужденная обстановка. Про самолеты. Снежный или серебристый лайнер — это что-то элегантен, грациозен, восхитительно прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять у самолета, даже если совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, красоту нельзя отнять у самолета, даже если цвет зеленого горошка разукрасить. И неважно, Туполь, Боинг или Аэрбас 300-й, посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не бывает. Красивых самолетов,
потому что не красю, самолетов не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Спасибо. Вот. Следующая песня. У нас концерт называется, или творческий вечер называется «Авиация», поэтому я говорю всегда, чтобы не забыть песню, именем которой назван творческий вечер, значит, надо ее в самом начале где-то спеть. А то у меня был такой случай, когда я забыл спеть ту песню, ради которой вот это вот название было. Да? Вот. Но я ее придумал вот в этом году, перед днем Аэрофлота. И в этот раз думал, что я вас это самое порадую инструментальной обработкой, потому что мне там несколько человек сказали, что она просится под минус, то есть с аранжировкой. Вот. Ну, в общем, что-то как-то тяжело, пока этот процесс идет. Он идет, но пока вот не успели мы к этому концерту. Вот. Но, тем не менее, песня живет своей жизнью, и в процессе работы появилось там вступление, дополнение. На мой взгляд, она, это, не она, а оно, это вступление, оно как-то немножко поменяло сам тон песни. То есть мне она в этом варианте уже больше нравится. Посмотри, мой друг, какая красота, какая грация, какие формы и изгибы, просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об авиации. Да потому что невозможно красоту воспевать. Совсем не даром столько песен и стихов об авиации. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово «авиация» совсем не даром рода женского. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, вселенского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то повезло попасть в ее поклонники-служители, и ею жить, и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал уже свое, остался небожителем. Да потому что невозможно просто быть им, перестать. Нас от других совсем не трудно отличить, и это здорово. Как говорил давно мой друг, кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто обо всем забыв стоять, задравши головы, когда увидим, как взлетает или садится самолет. Будем просто обо всем забыв стоять, задравши головы,
когда увидим, как над нами пролетает самолет. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая мощь и грация, какие формы и изгибы, просто глаз не отвести. И не случайно столько песен и стихов об авиации. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. Совсем недаром столько песен и стихов об авиации. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. Спасибо. Я когда составлял плейлист на этот концерт, я подумал, что как-то стоит, наверное, в этот раз побольше внимания уделить песням курсантским и песням того периода. Вот поэтому я специально сделал, вот побольше их выбрал. И начнем. Вот те, которые, в общем, не очень часто исполняю. И одна из них, одна из первых песен, там вся тема курсантских песен делится на полеты и на отношение к оркестровому отделу, к военным. Во Влуге как-то беда случилась. Там дисциплина куда-то скрылась, и все курсанты ловить что толку, вдруг разбежались по самоволкам. Не ходят в школу и выпивают, совсем майоров не уважают, при встрече чести не отдавают и распорядок не соблюдают. И нет... Чего нету? И нет разводов уставом утвержденных, есть командиры, нет подчиненных, я обещал. Пришел товарищ и все исправил, вокруг Авлуги забор поставил. А чтоб учились курсанты лучше, двоих отчислил на всякий случай. И с той поры все опять в порядке, опять проверки, опять зарядки. Опять разводы, опять наряды, курсантам жизни и другой не надо. Они не курят, не выпивают, дардуки славу все воспевают. Я знаю город, чудесный город, там нет заборов и нет майоров, там нет разводов и нет нарядов, мне в этот город ужасно надо. Но стоит вокруг Авлуги вечный памятник дардуки, серый, как дардуки на шинель, и не пускает. Спасибо. Вот. Ну, здесь вот я должен сказать, что как раз Валерий Андреевич Дардук, как теперь же, к сожалению, Царство Небесное, это один из, ну, по крайней мере, на нашем курсе уважаемых офицеров, несмотря вот на эту песню, ни одного курсанта он точно не отчислил, тем более двух. Вот. Но зато я знаю лично несколько человек, кого он, скажем так, спас от отчисления. Поэтому вот, ну, все эти песни он при жизни слышал, и мы с ним были друзья в соцсетях, так что он на меня не в обиде. Следующая песня тоже периода курсантского, она, правда, не про, как сказать, не про полеты, не про училище. Ну, была такая песня «Фантазии», называется она «Кошмарный сон». И вот я недавно в Алма-Ате был, и, значит, там эту песню человек слышал
не в моем исполнении. Вот. Он просто попросил ее спеть. Он говорит, я когда ее первый раз слушал, я, говорит, аж вспотел, пока она не кончилась. Песня называется «Кошмарный сон». Я проснулся вчера весь в холодном поту. Сон кошмарный мне ночью приснился, будто я выбирал вместе с кем-то фату. Да так увлекся, что чуть не женился. Помню, мерил кольцо, помню чье-то лицо, очень милое, без бородавок. А вокруг все твердят, мол, жена будет клад и хороший товарищ вдобавок. Посмотри-ка, она и собой не дурна, и ни в чем тебе не прикословит. Мол, не курит, не пьет, и красиво поет, и еще очень вкусно готовит. И я не помню, с чего там у нас началось, и как делал я ей предложение. Но во сне моем на всю катушку велось к нашей свадьбе с ней приготовление. Быстро деньги нашлись, и заказан был зал, и разосланы все приглашения. Словом, только женись, только вдруг осознал я всю суть своего положения. И подумал во сне, ах, как жаль, что не сплю, что же я делаю, что вытворяю? Да ведь я же ее не люблю, не люблю, хотя, в общем-то, и уважаю. Пусть прекрасная она, человек хоть навек, но для счастья ведь этого ж мало. И с ней идти под венец — это просто конец. Кто докажет, что это начало? Кто докажет, что жизнь станет лучше, чем есть? Нет, она справедливо осудит. И жениться сейчас — значит, в петлю залезть. Кто счастливым от этого будет? Ведь не я, не она не получим сполна без любви то, чего мы хотели. А любовь ведь не зря ж человеку дана, и не нужно сводить все к постели. Нужно что-то решать, только как ей сказать? Я ж ведь сам, меня не заставляли. И теперь уже поздно назад подавать, мы ведь столько народу созвали. И вот машина уже подкатила к крыльцу. Что ж, я сам виноват, так и надо. И я смеюсь жениху, унывать не к лицу, но в душе и тоска, и досада. Вот и марш зазвучал нам в аккомпанемент, он мне напоминал похоронный. Вот и все, я пропал. Но в последний момент был будильником звонким спасен я. И проснулся я в липком холодном поту, и от радости был сам не свой я. Жизнь прекрасна, я понял ее красоту. Жизнь, я знаю, что это такое. Я еще погуляю, еще пошалю. Срок придет, а тогда будь что будет. Может, раньше женюсь, если вдруг полюблю, и она меня тоже полюбит. Спасибо. Никто в зале не вспотел? Вот следующая песня была написана еще вот в период подготовительного отделения. Вот связана с возвращением из отпуска. Ну, там уезжаешь из дома от друзей, от подруг. Вот. Вернешься в следующий отпуск только через полгода, там, или там, ну, плюс-минус. Вот. Но я ее как-то почти не пел, все время считал, что она такая слишком заунывная. А потом что-то меня попросили раз спеть, другой, и смотрю, она так вроде как идет.
Как ни пытайся оттянуть, как ни старайся отодвинуть, приходит день и снова в путь, и расставание не минуть, и в неизбежности такой почти мистическая сила. И я на все махнув рукой, ей подчиняюсь, как слепой. Все за меня она решила. И день последний, как всегда, такой мучительно короткий, уносит время, как вода. Обрывки мыслей, фраз, обмотки, почти физическая боль от приближения расставания. И у меня такая роль, я в положении не король, но в центре вашего внимания. Но вот растаял выше не последний отзвук самолета, и вы забыли обо мне. До предстоящего прилета я понимаю вас вполне. У вас дела, у вас работа, спасибо. Ну, грустная, конечно, песня. Да? Вот сейчас будет песня «Поэзия полета», которой мы чуть не начали. Вот. Я что хочу сказать. Вот тут общался с ребятами из Аэростаны, которые при перегонке из Лиссабона в Астану на Эмбраере у них... После взлета оказалось, что обратное управление, они там очень долго, значит, крутили там бочки-полубочки, но все-таки они смогли посадить самолет. Вот, и они говорят, что когда пришли в гостиницу, вот они как раз эту песню включили, пусть говорят, профессия опасна. Вот. Вообще там, конечно, было очень тяжело. Вот я двоих из них хорошо знаю и так довольно... подробно рассказали, как, ну, какой был там тайминг пресс, какие были условия, как принимали. В общем, мужики молодцы на самом деле. Профессия опасна, и лучше тем, кто ходит по земле.
А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить, чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой труд порой блеснет росинкой пота, там, где свинцово дышат облака. И все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый вылет новая строка. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Спасибо. Следующая песня о полетах в Хлебодаровке, вернее, даже о завершении полетов. Вот у нас так получилось, что тут надо программу, значит, закрывать, а погода вот зарядила подряд. Дожди, дожди, дожди. Вот. Ну, вспомнилось мне тут, значит, командный состав выступает и говорит: в летний период резко возрастает заболеваемость и даже смертность родственников курсантов. Это к тому, что всем хочется летом съездить домой. Мне тоже, кстати, присылали телеграмму. Раньше было это самое. Ее же просто надо было еще заверить печатью медицинской, не просто так. Ну ничего, находили способы. Не спошли нам, Господи, летную погоду, и туманы с тучами ветром разгони, и не лей на головы дождевую воду, без тебя давно уже мокрые они. Понимаешь, Господи, с нашей работой у других романтики нам не занимать. Только не должны стоять наши самолеты, только обязательно нужно нам летать. Даже не в романтике, в общем-то и дело, то есть и в романтике, но не в ней одной. Просто Хлебодаровка всем осточертела, просто поскорее нам хочется домой. Но без погоды от дома ждут любимые жены, папы, мамы. Но мы летаем здесь с горем пополам, и необходимо нам вылетать программу, прежде чем распустят всех с Богом по домам. Но без погоды нам в небо не подняться, а летать осталось-то уж совсем чуть-чуть. Ну послушай, Господи, ну хватит издеваться,
Ты ведь всемогущий, так и милостивым будь. Мы не просим многого, не привыкли сроду. От тебя же нужно нам только одного. Ну подари нам, Господи, летную погоду, чтобы мы летать могли и больше ничего. Ну подари нам, Господи, летную погоду, чтобы мы летать могли, чтоб программу вылетать побыстрее и домой уехать пораньше и больше абсолютно ничего. Спасибо. Вот. А следующая песня называется «Дружеская беседа с Алексеем Алексеевичем Пешковым, командиром 5-й роты». В зале вообще есть люди, которые знают Алексея Алексеевича? Вот, есть. Вообще, такой интересный человек, ходил все время так, ключи крутил. Так, то же самое. У нас сегодня понедельник. Отставить, воскресенье. Ты мог бы, Леха, водку жрать с друзьями и с семьей. Но если ты уйдешь, вполне возможно наводнение. И вот торчишь ты снова здесь, отец ты наш родной. Я знаю, Леха, у тебя нелегкая работа. Курсант порядок там и тут нарушит, норовит. А у тебя душа болит за будущих пилотов. И ты сомкнуть не можешь глаз, пока курсант не спит. За дисциплиною следишь ты бдительно и строго. Но это ж только для того, чтоб стали мы людьми. Мы знаем, в небо через плац всего одна дорога. И с нами ты поедешь, как с малыми детьми. Всему основою устав, и ты, как по бумажке, наряды и выговора нам раздаешь, любя. А вон, гляди, опять идет в неуставной фуражке. Ну что ж ты, Лех, проглядел, обидно за тебя. А в общем, парень, ты герой, стоять приятно рядом. Энергии твоей с избытком хватит на троих. И не беда, что у тебя всего одна награда, зато блестит она сильнее, чем 10 у других. Спасибо. У нас в училище, значит, перед самым нашим выпуском, где-то, ну, за месяц, может быть, вдруг пришло такое решение, указание от Министерства гражданской авиации. Мы тогда еще не были оккупантами, мы жили в Советском Союзе, и Россия была, и Украина была частью Советского Союза. И туда затребовалось большое количество пилотов на самолет АН-2. Поэтому решили, что в нашем училище, значит, достаточный, скажем так, резерв, который можно после того, как выучили на Як-40, переучить обратно на А-2. Не обратно, вернее, мы А-2-то не изучали, вот, и вперед на поля. Вот. Ну, скажем так, для того, чтобы мне не попасть под эту программу, мне пришлось врать на уровне замминистра гражданской авиации, потому что вызывали всех там, у кого семья и дети, тех не брали, потому что не предоставляли условия, там жилье и так далее. Вот. А с теми, у кого, в общем, с холостыми, неженатыми даже не разговаривали. Вот. Поэтому я, значит, взял у товарища кольцо поносить. Вот. Ну и когда меня вызвали, значит, там придумал правдоподобную версию. И, в общем, на Украину не попал. Вот. А песня появилась, она, в общем, такая плод коллективного творчества. Не, ну просто на Ан-2 учились, и сейчас, наверное, так же, 2 года 9 месяцев, а у нас на Як-40
4 года 2 месяца, плюс еще вот мы с подготовительным отделением, получалось 5 лет. А потом еще как-то, ну, возмущению нашего не было этого предела. Не нужны мне ни Париж, ни Аргентина, мне Италия с Нью-Йорком не нужна. Я давно мечтал попасть на Украину, да все никак не получалось ни хрена. Я давно хотел попасть на Украину, да все никак не получалось ничего. Мы понюхать хлорофос мечтали с детства, над полями низко-низко полетать. И да здравствует родное министерство авиации гражданской, твою мать. И да здравствует родное министерство авиации гражданской, твою мать. Просто мудро, без хвальбы и без зазнайства, нас решили всех в Хохляндию заслать, поднимать родное сельское хозяйство. Нам ведь это как два пальца обсосать, поднимать родное сельское хозяйство. А нам ведь это как два пальца об асфальт. А я всю жизнь прожил в сибирской глухомане, и фрукты свежие я видел лишь в кине. А в Одессе буду, сидя на диване, наблюдать, как абрикос цветет в окне. Я в Одессе буду, сидя на диване, наблюдать, как абрикос цветет в окне. Под Житомиром покушаю галушки, под Тернополем не счесть свиней коров, а под Полтавой аппетитные хохлушки песни гарные спевают про любовь. А под Полтавой аппетитные хохлушки песни гарные спевают про каханья. Не страшны туберкулезы и ангины, все невзгоды и напасти дрынь трава. Ждет меня моя родная Украина и желанный перспективный АН-2. Ждет меня моя родная Украина и желанный перспективный АН-2. Спасибо. Знаете, у меня вот сейчас будет к вам просьба. Мне понравилось. Я уже несколько раз эту песню исполняли всем залом. И она вот гораздо лучше получается, когда чем больше народу подпевает, тем она лучше получается. Песня называется «Сонная». Вот. Многие ее знают, поэтому слова разучивать не надо. Свет в окошках погас, всех как ветром сдуло. Спит бои, спит и ас, а ТБ уснула. На приколе стоят наши самолеты, и пилоты все спят, и автопилоты. И пилоты все спят, и автопилоты. Спит ТЗ, спит АПА, спит с водой машина. Тихо спит до утра бочка с керосином. Лишь луна над землей этой ночью внемлет, на посту часовой тоже мирно дремлет. На посту часовой тоже мирно дремлет. Спят заглушки, чехлы, ведра и стремянки, молоток, две пилы и с отстоем банки. Ночь, луна, тишина,
лист не шелохнется, только нам не до сна. Учим руководство, только нам не до сна. Учим руководство. Только нам не до сна. Учим руководство, только нам не до сна. Учим руководство. Спасибо. Я понял, что надо было с самого начала начинать дирижировать, и тогда бы все получилось. Потому что вот когда вы запели все, это было просто вот... Я в восторге. Вот. Сейчас сделаем такой брейк в курсантской теме. Песня называется «Непрошенное золото». Я ее придумал еще аж в 78 году. Вот потом, некоторое время назад, ну тоже уже довольно давно, года 4, если не 5, знакомый музыкант сделал аранжировку. Вот. Но в этом зале, в таком варианте, она сейчас будет звучать впервые. Так что в какой-то степени премьера песни. Непрошенное золото в березах кудрях, как будто невеселая улыбка на губах. Последняя прощальная, как будто песня дальняя, пророчит расставание, быть может, навсегда. Последняя прощальная, как будто песня дальняя, пророчит расставание навсегда. И лето дотлевающее, как костер в ночи, как угли остывающие в маленькой печи. Однажды утро раннее нам скажет до свидания, и лишь воспоминания, а лето не ищи. Но все ж когда-нибудь приходит расставание. Не будем обещания ненужные давать, но зимами холодными однажды лето вспомним мы, и будет эта память согревать. Но зимами холодными однажды лето вспомним мы, и будет эта память согревать. Непрошенное золото березовых кудрях, как будто невеселая улыбка на губах. Последняя прощальная, как будто песня дальняя, пророчит расставание, быть может, навсегда. Последняя прощальная, как будто песня дальняя, пророчит.
расставание навсегда. Спасибо. Спасибо. И сейчас, значит, по просьбе моих друзей будет одна из песен, вернее, будет две песни на одну и ту же тему. Первая называется «Последний развод». Вот. Ну, я сначала спою, а потом уже комментарий будет к ней такой. Нас не поднимут больше на зарядку, и друг Пахомыч в гости не придет, и со щеки слезу смахнув украдкой, мы на последний свой идем развод. Последний свой идем развод. Никто в наряд нас больше не поставит, и в самоволке бегать ни к чему. Никто ошибки наши не исправит. Теперь все нужно делать самому. Теперь все нужно делать самому. Здесь нас учили подметать и строить. Здесь нас учили строевым шагать, и невзначай, как будто нас с тобою здесь научили по небу летать. Здесь нас учили по небу летать. Пусть над Овлуга вечно солнце светит. Прощайте, плац, казарма и забор. Как нам без вас теперь прожить на свете? Представить мы не можем до сих пор. Представить мы не можем до сих пор. Сейчас нас всех в последний раз построят, и Пашка скажет много теплых слов. Никогда нам не забыть с тобою его любовь, отцовскую любовь, его любовь, отцовскую любовь. Нас не поднимет больше на зарядку, и Пашка Жилин в гости не придет, и со щеки слезу смахнув украдкой, мы на последний
последний свой идем развод. Мы на последний свой идем развод. Спасибо. Ну, на самом деле, эта песня, она так от начала до конца такая издевательская. Вот, потому что начальник оркестрового отдела на тот момент, Пашка Жилин, ну, это был неуважаемый человек, скажем так. Вот, и, в общем, много чего еще такого было. И вот мой хороший друг Валера Костоусов, который тут уже фигурирует в одной из песен, он был очень этой песней недоволен, потому что говорит, что люди потом не будут знать, что эта песня вот издевательская, а по ее тону, по минорному настроению, вот, буду думать, что на самом деле вот все вот так и было. Вот. Ну, поэтому мне пришлось на эту же тему еще одну песню сочинить, где уже там все по-настоящему. Правда, в этой, во второй песне, там, я когда ее потом попозже маленько послушал, там есть два серьезных минуса. Например, одно это слово «ихнее», да, с ихними разводами, но я это исправил. А второе это там было «и будь они все прокляты», тоже ни к чему, никого мы проклинать не хотели, это просто так в рифму легло. Но я вот сейчас посидел дома, подумал и все это дело сделал в более удобоваримой форме. Вот. А ну песня на самом деле передает вот как раз настоящее настроение перед выпуском. Нас гоняли пешковы, унижали Жилины, но до дня счастливого все-таки дожили мы, дотянули все-таки до упора, и больше не начальники нам майоры. За 4 года здесь насмотрелись разного, невозможно перечесть глупостей с маразмами, а теперь от радости просто прыгать хочется, ведь казалось, никогда это все не кончится. Но пришел наш день, настал он как избавление нам от добровольного полузаключения, и за все лишения он награда, а другого ничего и не надо. Дайте нам пилотские и дипломы, и давным-давно уже ждут нас дома. Разными дорогами разойдемся завтра мы, и пропадя не пропадом с этими казармами, с этими разводами, с этими нарядами. И пусть теперь да здравствует наша жизнь свободная, и хоть с друзьями жалко нам расставаться, но никто не хочет здесь оставаться. И нам теперь плевать на всех пешковых и жилиных, рожи их противные, ох, как опостылили. Пусть тут дурью маются, им за это платят, а для нас кончается, все с нас хватит. Спасибо. Может быть, в конце, если время хватит. Ребят, ну так нельзя. Если мы сейчас начнем сразу записочек, на программу не останется время. Аэропорт, причал или вокзал, ведь суть не в том, что нас разъединяет. И если я тебе не все сказал, лишь потому, что сам всего не знаю. Как быстро стрелка обегает круг, как быстро приближается 12. О боже, как бы я хотел остаться, о боже, как бы я хотел остаться и отодвинуть. Чего разлук? Торжество разлук. Вот так бы и смотрел в твои глаза. Зачем же мне куда-то торопиться? Пусть подождет до завтра мой вокзал. Ей-богу, ничего с ним не случится. Ну что же ты молчишь и те слова, что на губах застыли, мне не скажешь.
А впрочем, ты, наверное, права. Я тоже не люблю прощаться дважды. Ведь завтра ничего не изменить. Как краток день, когда пора прощаться, и снова нужно будет уходить, и снова так захочется остаться. Все будет точно так же и тогда. Я дверь твою прикрою осторожно, а навсегда остаться невозможно. Ведь каждый день уходят поезда, и навсегда остаться невозможно. И ни при чем тут вовсе поезда. И долго свет горел в твоем окне, потом погас, сомнений не оставил. В ту ночь, я помню, падал первый снег, а утром он, наверное, растаял. А утром шел я городом другим, нас сотни километров разделили, а мы о многом не договорили. Надеюсь, мы еще поговорим. А мы о многом не договорили. Надеюсь, мы еще поговорим. Аэропорт, причал или вокзал, не в этом суть, и разница какая. И если я чего-то не сказал, лишь потому, что сам всего не знаю. Как быстро стрелка оббегает круг, как быстро приближается 12. О боже, как бы я хотел остаться и отодвинуть торжество разлук. О боже, как бы я хотел остаться и отодвинуть торжество разлук. Спасибо. Вот хорошо, когда в зале люди, которые знают твои песни. Тебе не страшно, понимаешь? А если бы вот так вот прийти в незнакомый, значит, коллектив, и вот и я не знаю, и вы не знаете, и что делаем? Спасибо. Вот, знаете, вот следующая песня, это одна из вот, песен, когда она такая как-то легкая, случайная, ни с чем не связанная, вот, просто раз возникла это. И она как-то не часто звучит. Но у меня уже было несколько раз, когда мне говорили: ну, у тебя песни, в общем, так ничего, неплохие. Но вот есть одна вот песня, она просто вот супер. Я, честно говоря, не знаю, почему она чем-то больше нравится, чем другие людям. Ну, вот судите сами. Алексей Борисович, вы мне потом объясните. Наши все цветы давно завяли, куда-то вдаль уплыли корабли. А то, что прежде мы любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. А то, что прежде мы любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. И ничего как будто не случилось, но только гаснет вдруг сияние глаз. А почему любви не получилось, придумать сможет кто-нибудь за нас. А почему любви не получилось, пускай решает кто-нибудь без нас. Расстанемся легко и без печали, пусть за спиною что-то говорят. А мы с тобой случайно повстречались, но разве в этом кто-то виноват? А мы с тобой случайно повстречались, но разве в этом кто-то виноват? А наши все цветы давно завяли, куда-то вдаль уплыли корабли. А то, что прежде мы любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. А то, что прежде мы
любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. Песня называется «Давайте вернемся». Давайте вернемся в холодную позднюю осень, в ту позднюю осень, где листья давно облетели, в ту позднюю осень, где завтра зима и метели. Давайте вернемся, давайте у Бога попросим, а там первый снег перемешан с дорожной грязью, из веток сырых там костер разгораться не хочет. Давайте вернемся, ведь я не просил вас ни разу. Давайте очнемся холодной ноябрьской ночью. И небо обрывки там ветер куда-то уносит, и кисти рябины от первых морозов застыли. И так неуютно, но все ненадолго отбросит. Давайте вернемся туда, где мы счастливы были. Ветер куда-то уносит, и кисти рябины от первых морозов застыли. И так неуютно, но все ненадолго отбросим. Давайте вернемся туда, где мы счастливы были. Позднюю осень, давайте вернемся в холодную позднюю осень, давайте вернемся. Спасибо, ребята. Сейчас я вам хочу представить автора-исполнителя Сергей. Вот, Сергей тоже пишет песни и на авиационные, и не на авиационные песни. Вот сейчас он вам исполнит свои песни, и потом пойдем на перерыв. Добрый вечер. У нас есть с Вадимом общий друг хороший, капитан А-330-го. Вот он в качестве подарка, у меня скоро будет день рождения, он подарил присутствие мне на этом концерте и обязал исполнить две песни. Упросил Вадима, чтобы он мне это позволил. Вот. Первая песня называется
об авиаторах. Ну, все в авиацию идут, не просто так. Да. Нас привели сюда мечты вдохнуть небесной красоты и посмотреть на дом и речку с высоты, как птицы на крыло вставать, чтоб жизнь в полете наблюдать, да просто вместе с облаками полетать. Нас привели сюда мечты познать турбины и винты и говорить с воздушным лайнером на «ты». Маршруты летные познать, рулить, садиться и взлетать, на эшелоне вместе с ветром полетать. Аэрофлот, Аэрофлот опять зовет за горизонт, опять зовет куда-то вдаль, куда-то ввысь. Там, где чужие города и туч небесных череда, там, где душа моя осталась навсегда. Нас привели сюда мечты на небе возводить мосты, соединять по миру аэропорты и над просторами парить полет, как женщину любить, да просто с птицами по небу покружить. Аэрофлот, Аэрофлот опять зовет за горизонт, опять зовет куда-то вдаль, куда-то ввысь. Там, где чужие города и туч небесных череда, там, где душа моя останется навсегда. Да, мы пришли сюда мечтать, под звездным небом полетать и на пуховых облаках позагорать. Пусть иногда обледенеть, о летном деле песни петь, да просто с птицами по небу полететь. Аэрофлот, Аэрофлот опять зовет за горизонт, опять зовет куда-то вдаль, куда-то ввысь. Там, где чужие города и туч небесных череда, там, где душа моя осталась навсегда. Там, где чужие города и туч небесных череда, там, где душа моя осталась навсегда. Спасибо. Следующая песня называется «Ангел». Суеверных, несуеверных людей, я думаю, в Аэрофлоте нету. Ангел мой, ты всегда со мною, ночью, днем, летом и зимою. Ангел мой, словно в небе птица надо мной, столько лет кружится. Ангел мой, дождь и снегопады помогал, раздвигал преграды. Ангел мой бережет, как брата, от беды, горя и утраты. Ангел мой говорил, не надо, не греши и люби, кто рядом. Ангел мой бередил мне душу, только я никого не слушал. Ангел мой был со мною рядом, а когда я вниз с вершины падал, ангел мой подстелил перину, чтобы я навсегда не сгинул. Ангел мой меня не оставил, когда мне дьявол козни ставил. Ангел мой помогал в разлуке и в
крови, не запачкать руки. Ангел мой говорил, не надо, не греши, и люби, кто рядом. Ангел мой бередил мне душу, только я никого не слушал. От скверны только он навсегда мне верный. Ангел мой мне прощает грех, то, что я не прощаю всех. Ангел мой, дай немного силы эту жизнь до конца силить. Ангел мой, ты меня прости и грехи. Ангел мой, ты всегда со мною, ночью, днем, летом и зимою. Ангел мой, словно в небе птица. Спасибо, спасибо. Сергей Тычинский. Ну все, ребята, на этом перерыв у нас минут 20, наверное. Антон, гитару выключи.